Время высоких технологий на телеканале 24KZ. Добро пожаловать в мир инноваций, ноу-хау и открытий. Но сначала коротко о тех людях, которые участвуют в распределении инновационных грантов в Казахстане. 146 человек. Именно столько отечественных специалистов задействовано в этой сфере. Трудится здесь и 71 зарубежный эксперт. В общей сложности среди них 85 докторов наук и 98 кандидатов. Работают они по нескольким направлениям, среди которых инфокоммуникационные технологии, агропромышленный комплекс, биотехнологии, химия и многое другое. Так что в компетенции ученых, оценивающих заявки, сомневаться не приходится. Все новое, наукоемкое, инвестиционно привлекательное о высоких технологиях и их финансовых перспективах в программе «Хай-Тек Новости». Я Андрей Виноградов, здравствуйте, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Роботоспособные. Стоит ли казахстанцам опасаться нашествия киборгов? Укрощение солнца. Как летать на энергии света? Управление силой мысли. Первые самостоятельные шаги. Билл Гейтс и Элон Маск. Эти миллиардеры серьезно обеспокоены нашим будущим. Они полагают, что уже скоро состоится победа стойкого искусственного интеллекта над неустойчивым перед стрессами человеческим разумом. А тем временем роботы уже самостоятельно пылесосят дома своих владельцев, ухаживают за больными и играют в футбол. Ленивый по своей сути Homo sapiens с удовольствием перекладывает на машины всю грязную и рутинную работу. В то время как заокеанские умы побаиваются развития цифрового интеллекта, в Павлодаре осознали, что робототехника – это дело молодых. Здесь лучшие начинающие инженеры выставили свои творения и показали, что можно собрать, имея знания, умную голову и умелые руки всего за пару часов. Фестивалем происходящее назвали образно. Тут будут, конечно, победители, но главное – это зрелищность. Младшие группы собирают готовых роботов по схемам, а средние и старшие привозят своих, разбирают их и снова собирают на время. На всю эту команде дается 2 часа. Если все получилось, нужно успеть протестировать и исправить ошибки в просчетах. Шагающие роботы, они просто должны преодолеть определенную дистанцию за определенный промежуток времени. Но при этом у него очень сложный механизм именно шагания, а не езды. Допустим, роботы сумо, у них задача вытолкнуть противника из круга. То есть там разные позиции, он должен выполнить эти задания. Есть более сложная категория – роботы сумошагающие. То есть роботы должны не только есть, но еще и шагать, и при этом вытолкнуть своего противника. 5 городов Казахстана участвуют в фестивале, но к кустанайской команде из Назарбаев интеллектуальной школы интерес особый – из-за тренера. Мистер Найду из ЮАР – мастер международного класса. Но в Казахстане ему было чему удивиться. Очень удивили ваши дети из младшей группы. С таких лет они уже интересуются программированием. С одной стороны, робот — это игрушка, но она дает возможность детям мыслить критически, решать проблемы спонтанно. На этих столах симбиоз. Чтобы собрать одного робота, ребенок думает научно, высчитывает математически и развивает свои способности конструктора и дизайнера. Кстати, победы уже были в прошлом году в Сочи. На чемпионате мира участвовало 48 стран, 2000 конкурсантов, и казахстанская команда сумела взять единственную номинацию «Самый актуальный проект». У отечественных тренеров есть еще одна немаловажная задача. Также развиваем техническую часть, они начинают мыслить технически, и в будущем, я думаю, они выберут не юриста, экономиста, да, профессию, а выберут инженерские, они станут инженерами, они станут изобретателями. Победитель получит кубок и станет участником республиканского конкурса, посвященного предстоящей международной выставке «Экспо-2017». Пройдет он в сентябре в Астане. Летать быстрее солнечного света люди еще не научились. А вот летать при помощи энергии светила мы уже умеем. И достаточно неплохо. Дается это недешево. Причем речь как о дорогих комплектующих, так и о бессонных ночах специалистов. О том, как провести 120 часов на борту солнечного самолета, не заправленного топливом, и остаться в живых, расскажем прямо сейчас. Вероятно, это будущее авиации. Суперсовременный самолет на солнечной энергии. В планах создателей совершить авиакругосветку, но пока «Импульс», так называется летательный аппарат, сумел преодолеть 400 километров, пролетев от Абу-Даби до Муската в Омане. Прогресс медленный, но стабильный. Следующая задача – это 4970 километров от Китая до Гавайев. За 12 лет экспериментов, тестов и развития небольшая команда из Монако превратилась в мини-версию НАСА. Вот что говорит шведский пилот, директор проекта Solar Impulse Раймонд Клерк.
Это почти центр управления в Хьюстоне. Мы все делаем с оглядкой на космическую индустрию. У нас даже есть консультанты из НАСА, французские астронавты. Клод Николье, например, несколько раз был в космосе. Он консультирует нас относительно безопасности. Бертран Пикар — близкий друг принца Монако Альберта и Андре Боршберг — пилоты, основатели проекта. Они хотят показать миру, что ископаемым видам топлива есть альтернатива. Однако для их экспериментов необходима серьезная логистическая команда и внушительное количество наземных специалистов. Пилоты рискуют в воздухе, но их основательно поддерживают инженеры, физиологи, специалисты по аэродинамике, эксперты в области композитных материалов и многие другие. Мы все время поддерживаем связь с пилотами. Также при помощи спутников мы постоянно принимаем телеметрические данные самолета. Отслеживаем сотни параметров в режиме реального времени с задержкой в 3-4 секунды. Все же основная проблема проекта — это погода. Такому самолету для работы нужно много солнца. Solar Impulse по размерам сравним с Боингом 747, но он куда более хрупкий, и для полетов ему нужны едва ли не идеальные условия. Абсолютно точно предсказать погоду невозможно даже на 24 часа, стоит ли говорить о прогнозах на несколько дней. В результате команда приземляется в Нанджинге, дабы переждать непогоду. За прогнозы в команде отвечает Люк Трулиман. Метеоролог-звезда совершил две кругосветки на воздушном шаре. Даже располагая данными американских и европейских метеослужб, нельзя быть на 100% уверенным в прогнозе. Примерно 9 из 10 прогнозов точны. Прогнозы на 3 дня сбываются лишь на 70%. Если говорить о больших сроках, то достоверность падает ниже 50%. В этом и заключается основная проблема пятидневного перелета. Нельзя предугадать погоду на 4-й и 5-й день. Иногда приходится угадывать. После посадки на Гавайях импульсу предстоит долгое путешествие через США, а потом опасный трансатлантический перелет в Европу. Следующий пункт — Африка, ну а следом — конечная остановка в Абу-Даби. Конечно, предсказать точное время окончания путешествия невозможно. Слишком много факторов влияют на передвижение команды. Но то, что по прилету состоится грандиозная вечеринка, можно прогнозировать уже сегодня. Мысли материальные. Казалось бы, эта расхожая фраза не имеет отношения к точным наукам и высоким технологиям. Однако современные разработки позволяют свести эзотерику и реальный мир воедино. Сила мысли сегодня становится не абстрактным понятием, а тем, что приводит в движение реально существующие материальные объекты. Телекинез ни при чем. Виновники — ученые и инженеры. Именно они научились подключать к человеческому мозгу начиненные технологиями предметы. Подробности в сюжете. Гамни Олафсон — один из двух человек, которым выпал шанс испытать контролируемую мыслью искусственную ногу. Он участвует в проекте исландской компании Osur. Впервые после аварии, в результате которой Гамни потерял конечность, он может ощутить движение там, где его давно не было. Основной компонент конечности — это миоэлектрический сенсор, разработанный в американском фонде Альфреда Мана. В компании Osur рассказывают, что сенсоры хирургическим путем помещают в остаточные мышечные ткани. Такую процедуру уже не раз применяли при протезировании верхних конечностей. В этом году три австралийца стали первыми обладателями бионических рук. Поврежденные части тела были заменены высокотехнологичными, которыми можно управлять силой мысли. Одна из европейских компаний также стремится разработать руку, которая позволит чувствовать прикосновение. Тактильное ощущение — это святой грааль специалистов по протезированию. Соренсону в ходе испытательных экспериментов достался протез, позволяющий чувствовать разницу между мечом, бутылкой и мандарином. До рабочей версии еще очень далеко, но это первые шаги на пути к созданию реалистичной, осязающей искусственной руки. Сенсор 12 мм в длину и 3 в ширину. Процедура по имплантации проводится под местной анестезией. Я делал ее сам и не встретил никаких сложностей. Организм пациента принимает сенсоры хорошо. За год не было сложностей. Люди живут обычной жизнью, им гораздо проще теперь подниматься по лестницам и просто передвигаться. Работает это так. Мозг подает сигнал в спинной мозг, в мышцы. Они сокращаются, а сенсоры принимают сигналы мускулов и транслируют их на искусственную конечность, которая движется, как на то указывает ваш мозг. Испытания продолжатся еще какое-то время, прежде чем компания рассмотрит возможность более массового применения своей разработки. Вы смотрели «Хай-Тек Новости» и программу о высоких отношениях с высокими технологиями. С вами был Андрей Виноградов. Всего вам доброго и наукоемкого.